Нам дать разрешение? Вас предупреждали об эвакуации? Нет, ничего не сказали нам. Но какие-то предписания выдавали? Ну, было давно, ну, думаю, все уладило. Девушка, я тут 17 лет торгую. У меня ребенку год было, я сюда пришла торговать. Я каждый год плачу налог. Дайте за землю, я тоже буду нам, землю платить. Нам не дают. Основная претензия, это даже не то, что налогово как-то финансово не оформленное отношение. Основная претензия в том, что большинство этих киосков подключено по электроэнергии к ближайшим домам. Ну и платят, соответственно, самим жильцам. Вас тоже будут убирать сегодня? Да я не знаю. Не в курсе? Нет. Скорее всего, да. Убирать, наверное, скорее. Давно вы здесь работаете? 6-7 лет тут есть. 5-6 лет есть. Если уберут киоск? Не знаю, что будет делать. Часто здесь покупаете продукты? Да, часто. Часто? Да, еженедельно, вот раз прихожу неделю. А вот вы знаете, что вот эти торговые точки, они установлены здесь незаконно, и сегодня их все заберут. Да. Сегодня? Да. И где нам покупать?